Пилоту Су-25 Роману Филиппову, погибшему в Сирии, присвоено звание Героя России. Указ подписал Владимир Путин. В Москве люди приносят цветы к зданию Минобороны. У мемориала они сражались за родину. Фотография майора. В военном ведомстве сообщили, тело героя доставлено в Россию. Операцию провела военная разведка. Помощь оказала турецкая сторона. Похороны состоятся в Воронеже 8 февраля. Церемония прощания в Доме офицеров начнется в 11 часов. Сегодня в школе в Воронеже, где учился Роман Филиппов, присвоено имя героя. Самолет Су-25 был сбит 3 февраля над зоной деэскалации Идлиб. Пилот катапультировался. На земле попал в окружение. Роман Филиппов до последних мгновений отстреливался, а затем подорвал себя гранатой.